Ну вот, думаю, тут пока порвался ремень на этом. Грохот это. Порвался ремень, так сказали, перекур пока. Так я просто так, может быть, для себя, может, выложу пару кадров по этой технике. Фиг его знает. Там табличку я какую-то сфотографировал, я не могу понять, что за год выпуска. Коптит, конечно, коптит, тут газу как дал, блин. Я аж в зеркало, не в зеркало, а отражение в самих окнах, стеклах. Аж видно было. Ну вот, может быть, кто-нибудь из предыдущих скалупаторщиков с этого именно скалупатора посмотрит. Так, ладно, откроем оба. Шестерка. Вы говорите, если что, я подъеду. Ну а что, лишние движения вредны для здоровья. А, да, иногда и наоборот бывает. Все в масле. Крыша, говорит, не текет. Это для меня большая новость. Но вот окошко, стекло в двери, наверное, улетит скоро. Пару раз хлопнул, не сразу заметил. Стекла, конечно, все почти потресканы. Почти, наверное, кроме этого правого со стороны стрелы. Зеркало большое. Ну что ж, большой плюс. Гидравлика дерганая какая-то. То ленивая, то дерганая. Ладно, надо привыкнуть. Ай, пока все. Ну, еще раз. Туман. Наверное, все, что я сегодня снял по окрестностям, по пейзажам, скажем так, если это можно назвать, эту свалку пейзажами. Наверное, это все надо к чертовой матери удалить, потому что слишком туманно сегодня. Сказали 2 часа ждать. Ну, ладно.